снова в эфире. Мы находимся в Берлине. Берлин сейчас является одновременно взращенным на историю предков и поп-культуре, ярким и провинциальным, интернациональным, этническим, стильным и рок-н-ролльным. Стены этого города видели людей, жаждущих декаданского упадка золотых 20-х, охотившихся на героев Дэвида Боуи. А советские бомбы безжалостно смеялись над памятниками архитектуры. Какой сейчас современный Берлин? Давайте посмотрим. Петербургские ворота были основаны в 1791 году и являются самым ярким символом Берлина и Германии. Изначально были названы «Врата мира». Но мир на своем веку так и не повидали, пережив нападение Наполеона, который, кстати, забрал колесницу с богиней Виктории в себе в Париж. Но спустя время она вернулась на свое законное место. Интересный факт, что в Берлине поставлен первый в Европе светофор. Он был куплен в 1924 году в Нью-Йорке. И поставлен на Потсдам-плац вот на этом месте. Давайте посмотрим.